Сейчас речь пойдет о тех возможностях, которые открываются благодаря реализации в регионах нацпроекта «Демография». В Тверской области на базе Центра дополнительного образования филиала РАНХИКС можно в короткие сроки получить новую специальность. Наша съемочная группа выяснила, какие категории граждан могут пройти курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также какие направления наиболее востребованы. Третий год в России идет масштабный федеральный проект содействия занятости нацпроекта «Демография». Программа осуществляется при поддержке Министерства труда и Роструда. Одним из операторов является Российская академия народного хозяйства и государственная служба при президенте Российской Федерации. В рамках проекта Академия реализует более 1000 курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Все программы подобраны с учетом запросов каждого региона, чтобы слушатели после обучения могли найти работу по месту жительства. За первое полугодие 2023 года 587 жителей Тверского региона приняли участие в рамках национального проекта «Демография». Из них 63% или 368 человек – это молодые мамы, 278 человек – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и состоящие в трудовых отношениях с работодателем, и 90 человек – это женщины, которые воспитывают детей в возрасте до 7 лет. Вторая категория, которая активно использует данное мероприятие – это наши жители старше 50 лет. Кроме того, в 2023 году в перечень категорий были добавлены ветераны боевых действий, принимавшие в СВО, члены семей участников СВО. Выбор образовательной программы осуществляется гражданином самостоятельно. Заявление формируется на портале «Работа России». Формат обучения очень удобный, это очно-заочная форма обучения. У нас есть система дистанционного обучения, все практические задания туда выкладываются, есть возможность в свободное время, когда есть по графику, сделать. Все занятия очные вот, в дистанционном формате проходят в вечернее время. За два года проекта в РАНХИКС было обучено более 130 тысяч человек, 112 тысяч из них трудоустроились. Самыми востребованными программами обучения были менеджер маркетплейсов, аналитик данных, бухгалтер, менеджер по закупкам, менеджер по персоналу и другие. Для меня процесс обучения прошел легко, закончила я на отлично. Мне необходимы базовые навыки, различные актуальные методики по управлению персоналом, так как это вообще деятельность по найму персонала, по мотивации, обучению и развитию. Таким образом, выпускники программы развивают профессиональные знания, компетенции для трудоустройства и сохранения занятости. В том числе могут организовать предпринимательскую деятельность и открыть самозанятость. После обучения граждане получают документы о полученной квалификации. И еще о мерах поддержки.